Всем привет, дорогие мои друзья, гости моего канала. Кто меня не знает, я Люсине из Армении. Вот я из рынка купила масло, килограмм стоит 3000 драм. Да, это чистое масло. Я сейчас возьму мои хорошие ведро, чистое, да, это тоже было от масла, которое я купила, хорошенько помыла, осушила и а, купила масло. Вот это положу масло туда, накрою ну, в холодном месте или э, отправлю в холодильник, или в холодном месте. Разницы нету, мои хорошие. Сегодня будем готовить разные блюда. Будем готовить плов только с изюмом. Ну что, и будем готовить суп, мои хорошие. Сначала попрошу, друзья, приятного, во-первых, просмотра, мои хорошие. И попрошу, поддержите канал. Кто не подписан, обязательно подпишитесь и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Все, положила масло, ведро, закрываю, все, отправляю в холодильник. Вот я из пакета все с ложкой чтобы ничего мое масло не пропало ничего все из пакета все достала ложкой аккуратно э, пакет выбросила все купила 20 штук мои хорошие яйцо за 50 грамм большие такие крупные хорошенькие яйца да это на рынке здесь в анадзоре и купила творог называется творог Калинину. Э, так, в Анадзоре, на рынке. И зелень купила, по-моему, 200 драм. По-моему, 200 драм, да. Я немножко болею. У меня грипп. Извиняюсь на мой голос. Поэтому много не ходила. И в магазин. Сразу из магазина взяла зелень. Это кинза была. Купила еще для себя гель щеточку, да, да, щеточку. Сверху дотс это без номера. Я постоянно раньше купила номер шестой, номер а сейчас уже э, смотрю, удобно мне покупаю. Нет, нет номер уже не смотрю. Вот будем делать рисовый плов, только с изюмом. Рис помыла хорошо проточной водой, тоже изюм. Так армяне говорят, чамичев плав. Ну, плов, плав. <laughs> вот у меня вода кипит, немножко соль положила, мои хорошие, и рис положила все оставляем свариться. Рис у меня сварилась, вылила воду. Сейчас здесь положила на сковороде немножко масла и буду да, жарить немножко изюм, чтобы бухло или опухло. Пишите в комментариях. Я знаю, что слова что-то неправильно говорю, но пишите, буду правильные слова научиться. Вот немножко две минуты. Так пожарю, мои хорошие. Потом я добавлю рис. Да, как только бухнет изюм, да, как шарик, вот тогда и этот да, добавим рис. Очень вкусно, очень вкусно получается, мои хорошие. Плов очень вкусно. Рис у меня индийский, да? Индийский длинный, желтый, длинный, очень длинный рис у меня. Я не знаю, пишите в комментариях: это узбекский э, рис или индийский? Я не знаю. Но рис. Очень хороший, очень хороший Даже если забудьте немножко много варить, она м, рыхлый, да, такой каши ни, ни, никак не получится. Очень вкусный рис. Нам очень понравился рис. Я первый раз купила этот рис. Все, я с изюмом плов закончила и решила, у меня будет первый вермишель, вермишевый бой. Ха. Суп из Вельмишела и с мясом, конечно. Вот и все. Все, закрываю нас. Немножко, да, вкус обязательно. Соль по вкусу. Больше ничего. Только соль по, по вкусу. И все. Немножко, да, мешаем. Оставляем 2 минуты плов, чтобы вкус передали друг друга. И отключаем обязательно газ. Знаете, что я кушаю, мои хорошие блинчики. Блинчики очень нежные, вкусные. Индюшины, из индюшины мяса, друзья, очень-очень вкусные блины получаются. И блинчики, листья мои, очень нежные во рту тает. И мясо, мясо, блин, этот, индюшиным фаршем. И котлеты очень вкусно было. И Блины, да, во рту прямо ж такой мягкий, да, во рту тает. И сразу хочу кофе себе поставлю. Да, вареный кофе. Устала немножко, хотела себя заряжаться, вторую энергию взять и поставила себе кофе. Стакан, маленькая чашка, и все. Кофе попила. Все. У меня бульон здесь из мясного говядина бульона. Положила картошка, почистила, положила здесь. Я сейчас это почищу морковь. Буду тереть теркой и добавлю, конечно. все отдельно пожарила вермишель, все добавляю в вермишель. Потом буду этот добавить морковь, красная паприка, острый и немножко сладкий, соль по вкусу. конечно, в последнюю очередь, мои хорошие, добавлю кинзу. Да, добавлю кинзу обязательно. В последнюю очередь. А, этот. Две минуты. Останется так, будет кипеть. И отключу газ. И у меня уже почти, <laughs> уже первый тоже готово. Так что сегодня наготовила. <laughs> могу и отдыхать. Спасибо, дорогие мои, за просмотр. Спасибо за подписку. Дорогие мои, подпишитесь обязательно. Не забудьте подписаться, кто не подписан. Спасибо за просмотр. Спасибо, дорогие мои. Не забудьте я знаю, что э, вы забывайте постоянно. Не забывайте поставить лайки. Мне очень-очень-очень приятно. Спасибо, дорогие мои зрители. Обнимаю вас. Целую. Дай Бог вам здоровья, счастья, мои хорошие. Дай Бог вам все благополучие. Самое главное здоровье мои хорошие. Пусть Бог благословит вашу семью мои хорошие. Ну, что я могу сказать? Вот и все мои хорошие. Спасибо. До новых встреч. Пока-пока, мои хорошие.